Привет всем! Сегодня у нас посылочка из Китая, с сайта AliExpress, торговой площадочки. Здесь я заказывал знакомому игрушки. Сейчас видите, какие он сестре или кому-то хочет подарить. Ножницы забыл. Такие вот игрушки. Вот, на пальцы их одевай. Я не знаю, как они, честно говоря, называются. Вот так вот. Вот такие вот разные вот и зайчики вот тут. В принципе, качество такое ничего, такое прикольненькое. Вот зайчики, тут какие-то коровки. Вот. Это что, цыпленок, наверное, или свинюшка? Не знаю. Так, здесь бегемот это. Вот лягушка-квакушка. Ну, для детей, в принципе, развлекать таких вот слоник. Вот. Собачка. Ну вот, в принципе, вот детей вот развивать прикольно. Вот такая вот мышка. Панда, да? Да, панда вот такая вот. И мишка еще. Вот на 10 пальцев надо их одевать. Я уж не буду надевать. Скажу, что там они надевают, кто будет играть с детьми. Вот, в принципе, вот такие вот игрушечки. Кому нравится, заказывайте, ссылочку оставлю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.